если просрочился кефир или творог, то не беда, в помощь придет мой творожный пирог. С вами Назик Кук, оставайтесь со мной, будет вкусно. В кефир добавляем соду, перемешиваем и оставляем на 5 минут. Разбиваем яйца, добавляем сахар. Добавляем растительное масло и кефир с содой. Просеянную муку с разрыхлителем. В творог разбиваем яйцо и добавляем сахар. Разомните вилкой или перебейте блендером. Форму смажьте растительным маслом или застелите пергамент. Налейте массу. После залейте творожную массу. Аккуратно лопаткой распределите. Отправьте в разогретую духовку при 180 градусов на 35-40 минут, в зависимости от вашей духовки. Легкий в приготовлении творожный пирог готов! Если понравилось видео, поставьте лайк и подпишитесь. И тогда вы не пропустите мамины рецепты. Приятного вам чаепития!